Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dead Space 2, мы находимся в комнате со страшным-страшным огромным прессом, который мы только что выключили в предыдущей серии. А теперь нам нужно пробираться вон туда, потому что он не работает, и мы сможем там пройти, там, как вы видите, невесомость. А, но сначала давайте сохранимся, потому что, ну, мало ли, не помешает, вдруг игра повиснет. Игры же любят виснуть, когда я делал на них летсплеи. Включим верстак. И начнем качать потихоньку свою импульсную винтовку. Скажем вот так, 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 так и вот так. И один оставим про запас. Офигенно. Наконец-то я в предыдущей серии нашел свою винтовку. Мое любимое оружие в этой игре. Просто враги мрут только так. Так, ой, прости, я твои часы тронул нечаянно. Так, теперь нам нужно идти отсюда, в общем. Здесь у нас безвременно почивший парень лежит, который отбивался вот от этого паренька. Ну как чувствовал, а? Скотина. Шо? Так, все вроде тишина, да? Еще кто-то идет, по-моему, нет? Вот вечно дают патроны, самые ненужные для меня. Что ж такое? Так, ладно. В предыдущей серии мы попали в центр вербовки церкви юнитологов. Неприятное место. Так что я даже радуюсь, что мы выбрались из него. Хотя тут, конечно, гораздо более опасное помещение. Но, по крайней мере... А, здесь же не так. Что ж я нажимаю-то? Здесь просто нажимаешь левый стик и можешь летать в воздухе. Не как в первой части. Так, патроны. И нам вон туда, да? Давайте сюда сходим. Поищем, может тут что есть. Да, не зря зашел. Силовой узел. Стазисная батарея. Все, отлично поднабрали, можно двигаться. Так, а там внизу у нас ничего нет? Вроде бы все окей. Ну да. Так, прости, но нам с тобой не по пути. Это что, турбина какая-то, что ли? А, ну отсюда же поступал мусор, который он прессовал. И потом выкидывал в открытый космос. Засор. Это тело, что ли, было? Ну, окей. И что мне делать теперь? А, то есть вот так, да? Да, это будет печально. Чуть не зажало. Тихо, тихо, тихо. Ну ладно, более-менее нормально получилось.
Фу. Инфраструктура башен Кассини. Окей, хорошо. По крайней мере, мы выбрались из этого дерьмового места. И, судя по всему, попали в место еще хуже, чем... Это что такое? Еще более плохое место. Так. Ждем гостей. С минуты на минуту. Пока спокойно. Ох, что тут как-то все нехорошо. Денги? Денги. На удивление, пока что никого. Блин, а? Зачем сказал? Тридцать патронов в одного ушло. Магазин сломан, я так понимаю. Давайте используем силовой узел. Так, что у нас тут? О, сколько всего? 1000, 6000, 9000, 10000. Плюс золотой полупроводник, который сам по себе дает, по-моему, 3000. 25, отлично. Нехило так затарились. На эти деньги можно купить еще один силовой узел, и кроме него тут ништяков набрали. Так, я надеюсь, сейчас... Надеюсь, сейчас я вставлю вот этот предохранитель, и магазинчик заработает. Отнюдь, увы. Незадача. Так, окей, куда нас это приведет? Сейчас, как обычно, за спиной, наверное, откроется. Хорошо, еще одна. Хорошо. Что-то тут много дают этих силовых узлов. О, ребята. Так мы опять попали в эти жилые комплексы. Не в те же самые, не? Помни. Твою мать, ненавижу этих тварей. Ну, допустим. Что еще? Вы можете мне преподнести? Текстовое сообщение. Блин, камера. Не сходи с ума, пожалуйста. От Салли Хеннон, кому Мэриан Хеннон. Сестры, похоже. Или дочь. В общем, Мэриан, это Салли. Ты найдешь это сообщение, когда придешь за моими оставшимися вещами. Я старалась ничего не забыть, но вокруг происходят удивительные дела. Перерождение случится очень-очень скоро, как они обещали. Это особый случай, выпадающий раз в жизни. Вернее, раз за миллион жизней. Они говорят, чтобы мы готовились к этому событию... что мы готовились к этому событию еще до того, как стали людьми. Представляешь, насколько особенными мы себя чувствуем? Мы те, кто увидит все своими глазами. Я так взволнована, что у меня мурашки идут по коже. Меня даже знобит. Все, мне пора. Церемония начнется через полчаса, и я не хочу опаздывать. Пока, сестренка, люблю тебя всем сердцем. Приходи, присоединяйся к нам. Все, пока, Салли. Фанатики. Подожди, а куда тело пропало?
нафиг уходим. Да блин, что ж ты меня пугаешь-то? И мурашки по коже от этого места. Про этих фанатиков, блин, в Америке очень много прям фанатично верящих людей. И знакомый, когда ездил, говорит, что в штате Иллинойс, допустим, там на машинах прям табличка: если я вознесусь, когда буду ехать в машине, типа, ну, то есть улечу в рай, вознесусь на небеса, позвоните в службу эвакуации, отправьте мою машину на парковку. То есть, такие дела. Ну что? Прокачанная винтовка. Дружок. Блин, да хватит его тащить ко мне. Ой, блин, так, ладно. При том, что, не поймите меня неправильно, я не против религии ни в коем случае, но до фанатизма верить вот прямо вот так вот, что отвергать вообще все, что... Блин, да кому я говорю, верно? Каждый для себя решает сам. Я просто считаю, что ни одно дело до фанатизма доводить не нужно, иначе это пойдет уже во вред и тебе, и окружающим. Ребята, вы тут прям приготовились умирать, похоже, да? Офигеть, детская комната. Денги, шо? Ох уж эти унитазы. Время пришло. Обелиск спасет нас. Тихо. Неужели ты научился справляться со своими видениями? Николь погибла, да. Keep us safe from monsters. Упаси нас от чудовищ. Это же комната ребенка, да? Окровавленная вся комната ребенка. Какой капец. Вот эти унитазы меня раздражают. От них отходишь, и они срабатывают. И это, надо сказать, до усрачки страшно в определенные моменты. Мама больна, мама заболела. Ё-моё, офигеть, ты посмотри. Ребенок спрятался в этом шкафу. Но его оттуда выдрали, похоже. А тут мама лежала, да? Не, нафиг, надо валить отсюда. Чё-то я какой-то впечатлительный в последнее время. Там прямо за дверями что-то нехорошее происходит. Здесь бабайка из любой двери может выпрыгнуть. Давайте сходим сюда. Тут тоже с детьми жили. О, ребята, это место я помню, по-моему. Мы сейчас, по-моему, будем отбиваться. Вон там вниз зайдем. А толп просто монстров. Так, ладно, тут ничего не оказалось по итогу-то. Если я, конечно, шары не продолбил. Так, что тут на стенах? Дружная семья. Так, нас засекли.
Нужно поспешить. Так, я, пожалуй, больше не буду подходить к этим дверям. Ага! Такое ощущение, что он меня услышал прям. Приходи, поиграем. О, тут опять все этой фигней списано. До свидания. Так, нам, похоже, на этом лифте нужно спуститься. Забери нас всех. Мы готовы. Готовы так готовы. Вот вас и забрали, похоже. На крыше кто-то спал, похоже. Так, сохраняшечка. Да восславится Прайзман. Ой, Прайзман. Альтман. Тот, который скрепил нас вместе навеки. Да, по-моему, сейчас нам нужно будет отбиваться. Если мне моя дырявая память не изменяет. По-моему, сейчас будет мясцо. Или нет? Я хер дам. Это было довольно просто. Отлично. Патроны — это всегда хорошо. Особенно в нашем деле, когда зомби просто прут пачками. Это как Resident Evil. Я снял первый взгляд на демку. Как ржал там над зомбями с автоматами. Мне говорили, это не зомби, это биотеррористы. Хотя это настолько тупо, что лучше бы сказали зомби. Так и здесь мне скажут, это не зомби, это некроморфы. Но по сути свои это зомби. Как их сценаристы не называли бы, все равно зомби. Так. Некоторые просто готовы любой сценарный бред оправдывать. Но мне нравится, когда все-таки разработчики дружат со здравым смыслом. И вот это вот то, что в Resident Evil бегают там зомби-спецназ. То есть они, конечно, не зомби, они именно биотеррористы. Но, блин, это же смешно просто. Это такой дурдом. Так, мы в церкви юнитологов. И здесь можно слушать. Чудесная находка. In 2214, a geophysicist named Michael Altman made a discovery that would change history. Buried at the impact site of a crater near the Yucatan Peninsula, he uncovered a divine alien presence. The marker. The marker spoke to Altman and revealed a plan that would unify mankind and lead them to a bright new future. Понятно. Это важно для сюжета, поэтому мы это прослушаем. Если кому не интересно, то просто промотайте вперед маленько. But there were those who felt threatened by Altman's message. On March 15th, 2215, Altman was assassinated and thus became the first martyr for the church. Понятно. Здесь, похоже, просто истерия была.
divine solace in his message of unity, they would not allow the truth to be silenced and form the Church of Unitology to bring his teachings to the world. Вот оно как. Today, the Church of Unitology can be found everywhere in the known universe. Its message is just as strong and relevant today as it was when Altman first revealed it. Billions of believers can be found across all social, economic, and cultural groups, and more are joining every day. Похоже на этих, на саентологов. Тоже многочисленная такая секта. Том Круз в их рядах. От него даже жена ушла из-за того, что он фанатичный, просто все деньги туда спускает. А он, я замечу, самый высокооплачиваемый актер Голливуда. Station Church of Unitology has flourished into a hub of Unitology worship, practice, and learning. It boasts one of the largest and most beautiful churches in the Sol system, and is often the site of the annual Unitology Enigma Symposium. Понятно. Это Вознесение, так понимаю, изображено, да? Understand the future it is preparing for us. The marker calls to all of us. It is our duty to approach it with an open heart and open mind. Ладно. Стандартная такая брошюрка, то вот только в этот раз аудиоброшюра. Это что за... О, ребята. Так, мне нужно в ту сторону. Блин, как раз на нее побежал. Да что ж я делаю? Unitology? Why here? It's one of the few places on Titan Station that Tidemen can't monitor. Separation of church and state. No, Dana, we shouldn't be in here. This is the last place we want to be right Isaac, now. Isaac! My brother died trying to rescue you. This is important. This will work. I'm in a safe room at the top of the church. Meet me there, okay? Понятно, нам нужно на вершину этой церкви пробраться. Меня это не радует. Да ладно. Так, здесь они молились, похоже. Отдайся церкви, и церковь отдастся тебе. Смерти нет, есть только перерождение. Единство вечно. Маркер это вечная жизнь для всех его детей. Как все запущено. Так, мы пойдем сюда. Или в магазин пойдем сюда. Верстак, точка, задача. Давайте сюда сходим, что ли. Сувенирный магазин, читальный зал, поступление. Окей. Внимание всем гидам, следите за тем, чтобы посетители постоянно находились в поле вашего зрения. Посторонним лицам вход в центры посвящения строго запрещен. Помните, вы луч света для тех, кто блуждает во тьме. Вон оно как. Прям-таки закрытое сообщество. Так, сувенирный магазин, отлично. Welcome to the Church of Unitology Gift Shop. Find that special souvenir for that special someone to let them know you stood in the shrine of Altman today. Marker pendants made from the fragments of Titan itself are now available. Altman be praised. И вам того же. Не болеть.
О, замечательно просто. Сейчас мы распродадим все, что можно. Маски. Я после шороха маски ненавижу просто всякие. Сувениры, маркеры разнообразные. 5000 кредитов. Да вы офигели, что ли? Так, ладно. Дротики. Распродаем все. Вот так. Так. Кстати, у нас денег хватает на... Я не помню, костюм здесь дается, нет? Ну ладно, пока давайте все оставим так, потому что у меня есть ощущение, что, насколько я помнил, просто в церкви дают костюм. Так что, возможно, мы его не нашли, просто еще схему. Поэтому, собственно, сейчас мы качнем свою импульсную винтовку. Блин, тут все в пустоту уходит. Хотя вот можно. Энергоемкость. Вот так вот. Отлично. А костюм, значит, поищем чуть-чуть попозже. Так, сохранимся. Замечательно. Так, мне же назад. Тут что? Здесь у нас закрыто. Здесь у нас читальный зал. Place where believers are encouraged to relax and meditate on the teachings of the church. The shelves are lined with select inspirational materials, as well as a variety of meditation aids. Please respect the sanctity of this space and those using it by remaining quiet and reverent while inside. Isaac, there you see the symbols too. What do you mean? Strauss. Yes, I see the symbols. We are a threat to them. I know it. We have to work together. Work together? Who's them? What, you mean Titan? Strauss. Work with me, Strauss. Strauss вообще не в адеквате, похоже. Какие-то непонятные звуки. Это бюст Альтмана, похоже. Слияние двух истоков. Из откровений нашего спасителя Майкла Альтмана. Мы знаем, что все формы жизни во Вселенной тесно взаимосвязаны. И в конечном итоге все сольется воедино. Будет только один разум, одно тело, один голос. Переплетенные витки обелиска являются наглядным тому подтверждением. Мы же, в свою очередь, воплощаем созданный ими образ, переплетая руки и складывая пальцы вместе. Этим священным церемониальным жестом мы приветствуем друг друга и начинаем все наши церемонии, обыденные и особенные. Да уж, мы видели, что бывает, когда бывает один разум, одно тело в конце первого Dead Space. Ничего хорошего. Фреска. Вернее, это барельеф. Фреска, вот она. Так, и все. Ну, мы сюда ходили, похоже, за силовым узлом. И за проблемами. Священник, смотри. И он опять притворяется. Ты точно умер? Ладно, хорошо. Так, ну что, давайте мы, наверное, на этом прекратим эту серию. В следующий продолжим пробираться по этой церкви. Место, безусловно, крайне интересное и важное именно для сюжета серии Dead Space. Очень многое становится ясным, становятся ясные мотивы, собственно, этих саентологов, что они себя представляют как организация. А в следующей серии мы пройдем по этой локации глубже и, возможно, доберемся до... Как ее там зовут?
Диана, или как, ну, в общем, той девушке, которая пытается нам помочь. С вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока.